Дорогие пользователи Аськи, всем внимание! В ICQ началась настоящая эпидемия. Вирус появился в понедельник, и за это время были уже заражены десятки тысяч компьютеров. Чтобы не подхватить заразу, опасайтесь документа snatch.exe. Если он к вам вдруг придет, ни в коем случае его не загружайте. В нем содержится троянский вирус, который не только поразит ваш компьютер, но и будет разослан всему списку контактов. Если вы все-таки получили вирус, то обязательно смените пароль для входа в ICQ. В дальнейшем название вирусного файла может измениться. Главной приметой его остается размер – 916,5 килобайта. Абсолютное большинство антивирусов на snatch.exe не реагирует, так что остается надеяться только на свою внимательность.